у нас программно-аппаратный комплекс, и в нашем парнике имеется как раз-таки блок бесперебойного питания. То есть если в случае отключения сети, да, начинает работать как бы беспроводной блок питания, то есть ВБП-40. А также у нас имеется... Ну, от аккумулятора, да, блок бесперебойного питания. Значит, имеется какая-то тара с водой, да, то есть как бы здесь есть погружены датчики. Вот, осуществляется капельный полив, значит, есть как в обычном грунте, так и в гидропонике. Автоматическое открывание форточки, имитация, значит, фитоламп, проветривание с помощью вентилятора. Также есть LCD-дисплей, где выводится значение освещенности, температуры воздуха, влажности почвы и также освещенности. Так, также у нас имеется просто... Дозатор. Муляж дозатора, да, с различными удобрениями, которые будут подаваться автоматически к растениям. Ну, с помощью актуатора мы открываем как раз-таки форточку, датчик влажности и температуры воздуха, датчик освещенности. Впускной клапан есть, чтобы когда вода в резервуаре заканчивается, то открывается впускной клапан. И подается вода в резервуар. И закрывается, когда достиг определенного уровня.